Всем приветики. Заказал себе такую умную розетку. Пришла она мне в пакетике, вроде с пупыркой, не помню. Вот она, смарт-плуг. Там она даже работает, по-моему. В общем, чтобы она работала, нужно установить приложение на телефон. И на телефоне можно с приложением будет управлять. Но, кстати, на коробке, на которую оно пришло, видимо, оно же идет через страны этого Евросоюза, пишет, что не соответствует каким-то статьям, это упаковка и все такое. Так, в коробке больше ничего нет. QR-код, это для, видимо, для того, чтобы сказать. А вот, приложение называется Smart Life. Его скачиваешь, Android должен быть от 4-й версии. И, в общем-то, оно и iPhone 8-й версии. И оно будет управлять этой розеткой. То есть, получается, без приложения это обычная розетка, по идее. А с приложением она уже умная. Вот такая вот розеточка. Но пока что это просто распаковка, потому что сделать обзор на приложение я не смогу, потому что единственный телефон, на который я могу установить приложение, это вот этот, на который я снимаю. То есть, мне нужно взять другой телефон или другую камеру и на этот телефон установить приложение, и тогда уже он показывается. На данный момент это просто распаковка, как оно выглядит. Все. Довольно-таки новая розетка. Вот, приходит она, там есть какие-то царапины, потертости нет. Здесь все новое, не потерто, не поцарапано. Реально выглядит как новая розетка. То есть все вроде качественно, даже здесь заземление вроде здесь есть какое-то. И здесь вот оно есть. То есть все соответствует. Кнопка. То есть, по идее, даже сейчас можно проверить. Ставить в розетку, нажать кнопку, и устройство включится. Нажать и выключить. То есть даже без приложения можно кнопкой на этой розетке включать или выключать устройство. А с приложением ты можешь на расстоянии включать, выключать, там задать время, когда оно само будет без тебя включаться, выключаться. Ну вот он, продукты какие у них есть. Ну типа розетки с разными вилками, руководство пользователя. Конечно же здесь ничего не понятно. Функции клавиш и описание индикатора. Что это такое? Максимум. Может быть и 16 ампер. Здесь ты типа по QR-коду скачиваешь приложение. Шаг 1. В приложении там показаны картинки. Правда, картинки такие маленькие, но ничего не видно. Что-то можно понять на этих маленьких картинках. В общем, ты типа заходишь куда-то, что-то там подключаешь. Заходишь, настраиваешь, нажимаешь плюс там. Опа, и все оно вот коннектится. Идут проценты, хопа, и все подключилось, и ты появилась у тебя такая кнопка. И ты уже удаленно можешь нажимать. По идее, оно же через Wi-Fi работает. Wi-Fi, да, то есть оно будет подключаться к твоему Wi-Fi, а ты и работать от Wi-Fi. Видимо, коннектится к какому-то сайту, а ты, видимо, в приложении будешь нажимать кнопку, приложение тоже будет коннектиться к этому сайту, передавать данные. Именно для. У него же какой-то серийный номер. На этом приложении, на том сайте для серийного номера такого-то, что нужно включиться. И это, сидя через Wi-Fi, увидит, что на сайте для него поступила команда там включиться, оно раз включилось. То есть ты даже можешь быть где-то далеко, быть подключенным к интернету в этом приложении, нажать кнопку включиться, а у тебя дома розетка подключена к Wi-Fi, увидит, что ты там нажал включиться и включится или выключится. Ну, по идее, так это должно работать. Но если сайт вдруг заглючит, с которым оно связывается, приложение и розетка, то, конечно же, ничего не произойдет. Так. Поэтому лучше, скорее всего, просто задать через приложение какие-то режимы, которые оно там запомнит внутри, и сможет и без Wi-Fi само выполнять. Ну, то есть программу какую-то уже загрузит и будет ее выполнять. А новую, типа. Вот. Ну, в принципе, можно сейчас попробовать подключить свою розетку. Ну что, в общем, оно даже без приложения работает. То есть ты вот, ну вот, допустим, ты вставляешь, ну вот нажимаешь, оно, видно, загорелось красным. Оно красненьким загорелось.
И, соответственно, значит, сюда питание подается. Вот оно. Вот это сейчас эта вот лампа сюда подключена. Нажимаем, вон оно красненькое, нажимаем. Красненькая гаснет, и, соответственно, лампа. Сюда питание не подается, соответственно, лампа гаснет. Нажимаем. Ну, то есть, даже уже без приложения, это розетка, у которой есть кнопка. То есть, ну, удобно, допустим. Если у тебя есть такие удлинители без кнопки. Если у тебя удлинитель без кнопки, ну, просто вот такой вот удлинитель без кнопки, у тебя уже на этой розетке есть кнопка. Ну, то есть, уже удобно. С приложением, так и тем более. А когда ее вставляешь, то, типа, она сразу включается. То есть, я когда ее вставил, она сразу включилась. То есть, перешла в режим включена. Вот вставляешь. О, она синим мигнула только что. А, ну, она, видимо, запомнила. То, что, получается, я ее первый раз вставил в розетку, и она сразу включилась. А теперь я ее выключил, она, видимо, запомнила, и уже не включается. А самый первый раз, о, она синеньким мигает, типа, мигнула синеньким. Вот, вставляешь в розетку, синеньким на секундочку мигнет. А дальше уже, да, значит, она запоминает. То есть, у нее есть там какая-то память. Ну, это круто. И, по идее, если она 10 ампер выдерживает, то что непонятно, 10 или 16, но по ее такому объему большому, ну, она в руке так, ну, довольно-таки громоздко смотрится. Ну, по идее, да, должна выдерживать, наверное. Хотя там же еще какая-то плата есть, которая Wi-Fi там подключается. Кто его знает, выдержит она или не выдержит. Ну, на вид вроде норм. Вот, так что. Такая вот розеточка. Ну, а дальше, если у меня получится раздобыть прилог, еще какую-то камеру, потому что я снимаю на телефон, тогда сниму, как работает приложение, потому что мне сейчас не на чем снять, как работает приложение. У меня единственный телефон, на который я могу поставить приложение, это этот, на который я снимаю, поэтому. Ну, а так, в целом, на вид розетка качественная, крутая, все так вроде как сделано хорошо, кнопочка так работает. Нормально плавает. Ну, так, без лишних заеданий, без ничего. Все вроде так круто. Ну, а с приложением буду тестить. Потом, если получится, сниму. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.